Провести независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов поручил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, информационную архитектуру ведомства необходимо сформировать параллельно с подготовкой нового налогового кодекса. По словам президента, в комитете функционирует 14 информсистем, но большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. В 2021 году их планировали заменить на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финорганизаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены.